Всем привет-привет! Сегодня хотим вам показать Варваровскую щель, памятник Калинина с правой стороны. Я думаю, можно вот так встать, чтобы было лучше видно. То есть туда посмотрите, памятник Калинина. Здесь уничтожают наш можжевельник. Все нормально, строят дома. Если кто-то там будет покупать квартиру, у меня единственный вопрос. Спросите, может, мне подскажете, расскажете, куда будет стекать... Ладно, скажу, не хотел на букву «Г» сказать. Канализация, куда будет деваться? Мне просто очень интересно. Может, кто-то даст ответ на этот шикарнейший вопрос. Здесь открывается самый безумный, красивейший вид на море. И там внизу, получается, вот за этими домами протекает река. Это место называется Варваровская щель. Здесь было очень много в Великую Отечественную войну сражений. Вот памятник Калинину стоит он тому... Кстати, там бог приводит, порядок, вот лайк вообще. Я даже не ожидал, ну вот наводит порядок на памятнике. Спасибо тем, кто это делает. Может даже администрация Варваров где-то занимается. И там очень красивый пляж. Когда-нибудь мы тоже туда выберемся, особенно если будет квадрик, залезть на гору, пролететь над этим местом, я думаю, будет просто очень круто. Ну и может пешие прогулки. Светик обещал со мной очень много гулять пешком, когда приезжал, посмотрим на возможность двигаться, я думаю, будет интересно. И погулять. Итак, крутите камеру, смотрите по сторонам. Место шикарнейшее, на самом деле. Далеко так, ну, шума не сказать, да, потому что машина за машиной проезжает, здесь движение постоянно. Сюда раньше часто приезжали со свадьбами, сейчас, честно, вот из-за вот этих вот строений сюда смысл отпал приезжать, потому что здесь был очень красивый вид на горы, а теперь дома. Ну, нам мало просто места, надо строить на можжевельнике. Ладно, не суть, больше не буду отмешаться, наслаждайтесь видом, пару минут для вас. Тишина, да? О, 5 минут.